Джигурду задержали в центре Москвы с автоматом Калашникова. На днях Никиту Джигурду задержали в самом центре Москвы во время съемок клипа для Сергея Волощука. Бдительных горожан насторожило то, что шоумен размахивал автоматом Калашникова среди бела дня. Оказалось, что оружие было точной копией известного автомата. Выстрелить из него было невозможно. В клипе было несколько сцен с Калашниковым, поэтому Волощук раздобыл муляж, который по внешнему виду ничем не отличается от оригинала. Кто-то из случайных зрителей сообразил, что надо набрать родимую полицию и рассказать им, что Джигурда собрался палить из Калашникова. По памятнику Петра I пожаловался артист. Очевидцы добавили, что один из москвичей призывал завести на Никиту Джигурду уголовное дело за этот инцидент. На владельца копии автомата составили протокол, несмотря на то, что съемочной группе удалось убедить полицию в безопасности использования муляжа. Вот такая история произошла в Москве. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.